Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 758. На рисунке 71 изображены два огорода. Вот это вот у нас первый огород, это второй. На каждый ар нужно 4 килограмма удобрений. Сколько удобрений потребуется на каждый участок? На оба участка. То есть нам нужно ответить на два вопроса. Чтобы ответить на эти оба вопроса, нужно найти площадь каждого участка. И чтобы найти площадь каждого участка, мы умеем искать площадь только прямоугольника и квадрата, нужно каждый участок разделить на прямоугольники. Давайте с первого участка начнем. И вот так вот можно разделить участок на три прямоугольника. Найдем площадь каждого прямоугольника, найдем площадь всего участка. Вот эта вот вся сторона 50, вот эта вот сторона 50 метров. Значит, и вот эта сторона 50 метров. И вот эта сторона вся вот полностью с вот этим вот маленьким кусочком 10 метров, тоже 50 метров. Найдем площадь вот этого вот прямоугольника. Она будет равна площади вот этого прямоугольника, потому что эти два прямоугольника равны, у них стороны 50 и 20 метров. То есть давайте мы первым действием вот обозначим. И как бы мы напишем, что вот это вот первый участок. 50 умножить на 20 будет 1000. 1000 метров квадратных. Это площадь одного выделенного прямоугольника. У нас два таких прямоугольника, то есть нужно 1000 умножить на 2. Получаем 2000 метров квадратных. Еще у нас есть другой прямоугольник. Давайте мы его вот тут штрихуем. И площадь его нужно найти. Для этого нужно найти вот эту вот сторону, да, нашу. Вот эту вот сторону. Вот эти вот стороны. Вся сторона 50 метров. То есть вот отсюда до сюда 50, и еще вот этот маленький кусочек 10, значит, соответственно, сторона вот этого вот прямоугольника нашего небольшого красненьким, который мы выделили, будет 40. Значит, площадь этого прямоугольника будет 40 умножить на 20, потому что вот эта вот сторона нам дана, показано на рисунке, что на 20. То есть 40 умножаем на 20, получается 800 метров квадратных. Значит, площадь всего участка это 2000 плюс 800, то есть 2800 метров квадратных. Давайте то же самое со вторым участком проделаем. Найдем его площадь таким же образом. Это у нас будет второе действие. Ну, второй участок, соответственно, вот на два таких можно разделить прямоугольника. Причем вот большой вот этот вот прямоугольник, если взять. Одна сторона вот этого у него 50, а вот эта вот сторона сколько, неизвестно. Но вот вся вот эта вот большая сторона 60 метров. И еще вот этот вот кусочек, это 20 метров. Значит, вот эта вот сторона прямоугольника, это 60 минус 20, то есть 40. То есть мы 50 умножаем на 40. И получаем 2000 метров квадратных. Это площадь вот черного прямоугольничка, ну и, соответственно, ищем площадь красного прямоугольничка. Одна сторона у него 20, а вот эта сторона сколько, неизвестно, но вся сторона большая 50 метров, и вот этот еще маленький кусочек 10 метров, поэтому площадь всего прямоугольника это 20 умножить уже на 40, потому что 50 минус 10 – 40. 20 на 40, 2, это 800 будет метров квадратных.
Ну, а площадь всего участка это 2000 плюс 800 или 2800 метров квадратных. Это площадь всего участка. То есть площадь первого и второго участка, они равны между собой. Сколько удобрений потребуется на каждый участок? Ну, давайте третьим действием найдем это. Для этого нужно площадь участка разделить на... А вот на что разделить, мы сейчас посмотрим. 1 ар – это 4 килограмма, а в одном аре 100 квадратных метров. То есть 100 метров квадратных – это 4 килограмма. У нас 2800 метров квадратных. И чтобы узнать, сколько нам потребуется... удобрение нужно 2800 разделить на 100 и умножить на 4, потому что 100 метров квадратных это 4 килограмма, поэтому мы сначала делим на 100, потом умножаем на 4. 2800 на 100 будет 28, если разделить, и теперь 28 умножаем на 4, получаем 112. То есть 112 килограмм. На первый участок, а так как площадь второго участка такая же, то 112 килограмм – это удобрение на каждый участок. Ну и чтобы узнать, сколько на оба вместе, нужно к площади первого прибавить площадь второго, потом это все разделить на 100 и умножить на 4. 2800 плюс 2800 будет 5600. 5600 делим на 100 и умножаем на 4. Или 56 умножаем на 4. И получаем 224 килограмма. Или можно было просто 112 умножить на 2, потому что у нас площадь каждого участка одна и та же. То было даже проще. 112 можно было умножить на 2. Ну ладно, так, четвертое действие такое ставим. Это удобрение на оба участка. На оба вопроса мы ответили и выполнили задание 758. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.